привіта, Кьонга. Да, улипка, улипка. Благодаря вам, я себе лучше чувствую сейчас. Многие люди писали, Кьонга, поправляйся, и чай попей, и поэтому я тоже чуть-чуть поправила. Вот, сегодня я хочу рассказать про мои духи, вот это две мои любимые. Я это недавно купила через приложение «Скидки красоты». Через это приложение можно круто экономить на покупках косметики и парфюмерии, такие духи. У меня есть такие магазины, как «Летуаль», «Девоте», «Рикош», которые я тоже часто использую в России. Это «Диол», пахнет очень хорошо, вот. На самом деле, это я у подружки первый раз понюхала, потому что у нее был этот дух, и мне очень понравилось. Как будто 20-летняя девушка. А второй это Gucci. Это я прямо недавно купила, поэтому даже не открыла. Давайте откроем, потому что все мне посоветовали. Пахнет хорошо. Вот это пахнет не очень сильно, но как легкий. Как вот так. Каждый день, я думаю, без проблем могу использовать. Вот я советую. Если вам интересно, приложение, которое я использовала, ссылка внизу. Привет, Кьонга. Я сегодня чуть-чуть заболела и... Очень многие люди там писали мне, Кьонга, не болей, чай попей. Я это тронула, потому что, ну, вы так многие люди переживают о мне, и так я глупая, я за собой не ухаживала, поэтому я заболела, но все это вы понимали, и... Я читаю комментарии, но вообще, не знаю, есть вот как. Я буду еще стараться, а не буду расстроить вас. Привет снова, Кьонга. Я русский язык сейчас учусь тоже, но знаете, очень многие новые русские языки до сих пор путаю. Интересный опыт из-за моей кьонгаски русского языка. Пошли! Пошли! Первое. Электрочка, электричка. Я до сих пор путаю. Я всегда говорила электрочка. Я сейчас еду на электрочке. Кьонга, это неправильно. Электричка. Почему это электрочка, не? Я не знаю. Электричество, электрочка, мне это больше нравится. Это очень интересная история. Я однажды путешествовала, где Владикавказ. Через Владикавказ я поехала в Грузию. Там кавказские мужчины, там очень такие... строгие люди. Я села на такси, он увидел, что я иностранка, и очень дорого сказал, как это только 3 минуты, 100 рублей. Я хотела торговаться. Не, давайте скидку сделайте, это дорого, понимаю по-русски. Это нереально дорого, я это знаю. Я так сказала, и он говорит, дорогая моя дочка моя, я не обманываю тебя, я тебе правду говорю. Мне чуть-чуть обидно было, поэтому я хотела сказать, что вы очень... жадные, ну, у меня голова, я очень неспокойная была, поэтому я... Вы очень жидкий. Он тоже не очень хорошо понял русский язык, поэтому... Почему я жидкий? Ты жидкая. Я говорю, не, я экономная, так сказала. А потом, а что я сказала? Почему он жидкий? Это жадный был. Однажды с другом спорила, не знаю о чем, я не вспомню. Сейчас сказала, что ты говоришь, это вообще не логично. У меня русский язык в голове из корейского языка, на русском надо перевести, поэтому я сказала что-то. А что ты говоришь, это вообще не логистика. А потом мы смеялись, мы... больше не ссорились. Это не логистика. Когда я поймаю такси, там очень много интересного, что-то происходит. Это была Грузия, Тбилиси. В Грузии тоже русский много говорят, поэтому я начала на такси ехать. Два раза дороже мне сказали цену. Еще раз я пыталась торговаться. Слушайте, я знаю, что это не длинное расставание. Знаю, что вы можете дать скидку.
пожалуйста. Знаешь, душа моя, знаешь, как трудно жить в Грузии? Я говорю, я думала, все грузинцы честнее. И мой друг рядом сидел, он русский, и он так смеялся вдали. Когда ты говорил грузинцы, я очень начала смеяться. Это не грузинцы, это грузины. Хорошо. Когда я заказала курицу в Корее, в парке, я сказала, давай я закажу курицу, а потом возьму. Мне позвонил. Девушка, курицу возьмите. И они спрашивали, Кёнга, ты заказала курицу, да? И я говорю, да, сейчас курица придет. Они смеялись. Я замечила, что-то я неправильно говорила. Курица приедет. И говорю, Кёнга, курица, она сама не может приехать или прийти. Мужчина с курицей приедет. Я говорю, хорошо. Мужчина с курицей приедет. Это в Таллине, когда я путешествовала в Эстонии. И мой друг был, он показал там башня красивая. И я хотела рассказать, я туда хочу подняться. А я сказала, Егор, я хочу это вишня подняться. Кёнга, вишня это фрукт, и башня это большое здание. Я говорю, вишня, башня, всегда я путаю. Иногда я говорю, хочу кушать башню сегодня. Нет, это вишня, надо кушать, не башня. Украсть. Однажды я потеряла мой кошелек, и я сказала моему другу, что я думаю, кто-то украсил мой кошелек. Это не украсил, кто-то украл. Теперь я прекрасно знаю. Кукушка, кукуруза. Кукуруза, кукушка, всегда путаю. Не знаю, это не для других корейцев, но только это Кёнга, я путаю. Я не знаю почему. Кукушка это да, птица. Кукуруза это кушать. Я говорю, но на улице у нас в Корее очень много продают кукурузы. И я говорю, что... пахнет кукушка, очень вкусно. Я хочу кушать эту кукушку. Вы знаете, кака? Кака это... Что-то в туалете, да, на русском языке. Но по-корейски кака это печенье, это детские слова. Камогле это значит, ты хочешь печенье, это дети говорят. Ну, всегда я говорю, когда я первый слышала кака, я говорю, я хочу кака. Это значит. Еще раз спасибо, что вы смотрели мой видео. Надеюсь, вам это интересно было. И я буду стараться еще учить русским языком. Если вы хотите посмотреть какой-нибудь продукты корейские или товары, посмотрите, пожалуйста, мой группу ВКонтакте. Спасибо всем. 감사해요.